Всем привет! Вот это красивое здание, которое находится совсем недалеко от берега моря, это краеведческий музей города Скадовска. Сколько лет мы здесь были, ни разу его не посещали. Видите, впереди виднеется море, там уже пляж. И вот тут вот такая вот кованая вывеска «Музей». И вот в этом году мы решили его посетить. Находится музей в старинном особняке. Вот как написано, что это единственное уцелевшее здание с тех времен. В 1894 году Сергей Скадовский скупил окрестные земли и на месте бывшего татарского поселения Али-Агок выстроил город. Полностью его спроектировал. Ну, что здесь впечатляет, конечно, параллельные и перпендикулярные дороги. Очень удобно. Ну и назвал в честь себя Скадовском. Вот на территории здесь находится такой вот трактор. Ну и мы заходим вот в этот вот особняк. Когда город был основан, некоторые улицы были названы в честь семьи. Была улица Сергеевская в честь самого Сергея Скадовского, в честь дочерей Мариинская, Елизаветинская. Ну, понятно, что при советской власти буржуазные названия не могли присутствовать, ну и улицы были переименованы. Но пока вот видели дворик какой, цветы, растет айва. Ну и мы вот заходим в здание музея. Вот берем билеты. Ну, цена доступная. 20 гривен взрослый билет, 15 детский. Ну, конечно, я сразу прошу извинения, очень тяжело снимать. Комнатки узкие, а потолки высокие. Ну, вот здесь как бы природа Скадовщины, водный мир. Ну, приходится снимать с очень близкого расстояния. Ну и, конечно, тяжело охватить полностью. Ну, здесь вот видите птицы, животные, рыбы. На этом мы перешли в следующий зал. Здесь находятся художественные изделия местных мастеров. Картины. Вот видите, как я поднимаю вверх объектив, аж до потолка тянется экспозиция. Ну, вот если видите, вся ширина комнаты. Ну, а это вот лестница на второй этаж. Лестница достаточно крутая. Здесь вот висят старые фотографии. Ну и вот по лестнице поднимаемся на второй этаж. Ну вот здесь предметы быта. Это предметы еще где-то 1900 год. История семьи Скадовских. Документы, фотографии. Вот видите, сохранившиеся вещи, макет маяка, вот старый план Скадовска. Кстати, над проектом маяка на острове Джарылгач трудилось бюро Эйфеля. Вот фрагменты старой черепицы, керамика. Ну, то, что сохранилось до наших дней. Но опять же повторюсь, что все-таки немножко тяжело снимать.
Вот только где витрины, там уже как-то немножко попроще. Вот посуда тех времен, самовар, граммофон. Ну, это мы уже переходим в зал. Видите, такая небольшая комнатка, узенькая, посвященная и гражданской войне, и Великой Отечественной. Здесь вот и трофейные вещи. Вот остатки снарядов. Ну, а здесь экспозиция, посвященная советским войскам. Вот участники обороны и освобождения города. Ну, а это мы уже перешли в зал. Ну, как это говорится, эпохи и времен застоя. Вот обратите внимание, предметы быта какие. Радиолы, часы, такой вот перекидной календарь, швейные машинки. Ну и тут также экспозиция посвящена жителям Скадовска, которые стали известные во всей стране. Один из них — это артист и режиссер Евгений Матвеев. Вот посмотрите, какие фотоаппараты старые. Вот для печати фотографий. Кинопроектор. Видеокамера. Точнее, кинокамера. Когда все снималось на пленку. Вот старинный принтер, слева старинный калькулятор под названием «Счеты» и принтер-печатная машинка. Многие, наверное, уже такое и представить не могут, как с этим всем работать. Ну вот Евгений Матвеев, уроженец Скадовщины. Тоже небольшой такой вот зал, ну, по возможности снял сколько его можно. Вот это вот вышли на территорию возле музея. Как видите, ухожено, много растительности. Опять же, этот древний трактор. Ну и на этом я уже буду заканчивать свой такой небольшой выпуск. Подписывайтесь на наш канал и путешествуйте с нами. А пока вот посмотрите, опять же, это здание, ну и гибискусы, и другие цветы, которые растут возле него.